Солсберийский собор – готический собор Девы Марии в английском городе Солсбери, который, будучи возведен в своей основной части всего за 38 лет, считается чистейшим образцом английской готики. Знаменит своим 120-метровым шпилем, будучи самым высоким средневековым зданием Великобритании. Предшественником Солсберийского кафедрального собора является Нормандский собор 1190 года в Старом Сарруме, ныне несуществующем древнем поселении в 2 милях от современного Солсбери. В 1219 году, в связи с разногласиями между шерифом Уилтшира и епископом Солсберийским, центр епархии был перемещен из городка на близлежащую равнину, где началось возведение нового собора. Вокруг стройки начал быстро расти город, Новый Сарум, что привело в итоге к упадку его древнего предшественника, дома и стены которого постепенно разбирались на строительный материал. При этом, если прежний собор был втиснут в пределы небольшого замка, возведенного еще в 1070 году Вильгельмом Завоевателем, новый кафедральный собор был построен на широкой ниве. За образец был взят готический собор в Линкольне. Сам же город Новый Сарум впоследствии получил имя Солсбери.